И все твои дорогие друзья, вы на канале Рома ТВ. И сегодня мы покажем Тарасу Григорьевичу Шевченко, как мы вам уже обещали в первом уроке. Кстати, если кто-то еще не посмотрел, посмотрите. Конечно. И если ты смотришь это видео и ты не подписан, пожалуйста, подпишись. Ну, мы, как всегда, вышли ночью. Да, потому что Игорь учил уроки, но и кто-то? Он выучил их очень быстро, а я еще пошел гулять. И он не мог найти меня. И все. И так поэтому мы так поздно снимаем, да. Да. Что-то разведно. Да, друзья, если будет хоть один подписчик, я сразу будет покатушки на Лясике 2. Да, он уже снял, но, да, но когда еще будет, мы не выложили, да. И я также снял скутер. Опубликовано будет, когда будет, ну, хоть подписчик. Три подписчика. Да. Два уже есть, остался один. Да. Вот, мы выбросили бутылочку от молочка. И сейчас мы вам покажем план Тарасу Григорьевичу Шевченко. Если его, конечно, будет видно вам. Ну и ставьте большие лайки вверх. За для вас. Я шукал его. Я руки гладил. Собаки вам. Выходит, да. Это видео. Итак, друзья, мы уже приближаемся к памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко. Да. Не, можем дочекаться, когда свет включить. Да, и если ты подпишешься на наш канал, да. Потому что вы сказали, что у нее будет свой канал, но у нее память забита, чтобы записывать нет, на YouTube. Нет, я тут посмотрел, можно и на телефоне выложить. Да, можно. Я посмотрел, так что мы это сделаем. Да, у меня будет свой канал. Я даже придумала ему новую назву. Да. Roman Play. И ну вот, друзья, мы уже около памятника Тараса Григорьевича Шевченко. Я сомневаюсь, что вам его вот сейчас. Да, вам его не видно, жаль. Ну давайте подойдем. Покажи, что он черный сам. Да, сам Тарас Шевченко, он черный. Ну, он называется из деревьев. Да. Ну, а так? Короче, друзья, если будет хоть три подписчика, мы завтра же сразу после церкви, и, ну, церковь. Я после, ну, церковь, сразу мы идем снимать новую рукавичку. Да. Да, друзья, и если у вас будет 100 тысяч, мы поедем в Ашан. И обязательно это радио. Да. Ну, может быть, хоть не 100, может быть, хоть 50. Но мы обязательно поедем. Ну да, хотя бы было бы ну, 1000. Ну, нет, это уже трудно. А ну, ты а 100 если... тысяч? Хочешь? 100 тысяч, хочешь? 100 тысяч. Я сказал 100 тысяч. Да? Да, я говорю 100 тысяч. О, посмотрим, сколько ты там сказал. Да, друзья, и... может быть, первый раз Игорь со мной не поедет, может быть, поеду я один. Но на второй раз Игорь обязательно со мной поедет. Да, а и что еще? Когда у меня будет день рождения, да, мы это снимем. Да, то мы, боже, поедем. Там, где справляюсь день рождения, может быть и в скайпарк. Да, о, скайпарк. Там есть и батут, и да, друзья, короче, там очень прикольно. Я там уже два раза был. Я был там один раз, ну я там очень прикольно. Второй недавно езжу. А, друзья, и кстати, я может вам сейчас сниму будку, ну, магазинчик.
который мы идем и куплять еще. Печенюшки. И сегодня я Дарью до домашней, и мы да, может... будем снимать с Дарью Борью. Ну, мы и по-любому это снимем, да. Но может не сегодня. Ну почему ж? Тогда надо 6 видео отмонтировать специальный провод. Сейчас видео мы для вас монтируем. Да, вы уже богато сняли видео? А еще я опубликовала. Да. И может быть мы это снимем уже в... Да, сосой. Вот смотрите, на какой Игорь. Кошечки? Да. Что-то хочет. Ну жаль, что всё, обаяло, да. Мы опять, мы вышли опять ночью снимать. Ладно, друзья, ждите новых серий, подписывайтесь на канал, ждите новых серий, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.